Всем привет! Очередная распаковка посылочки. Сейчас будем смотреть, что там у меня интересного. Посылочка шла по городу Одессе, но мне было далеко туда добираться, в этот район. И я попросила отправить почтой. И мне уже вчера отправили. Вчера вечером она даже уже была на отделении в 10:30 вечера. Но в 10:30 вечера я не хотела бежать на отделение. Вот. Поэтому забрала сегодня. Так. Сейчас посмотрим. Все видят, что там. Догадались уже, что это. Так. Правильно, это калладиумы. Так, это я заказала уже. По уцененке продавали сенчики. И я решила их взять. Мне нравится, что у калладиумов интересно то, что у них по маленьким листикам вы никогда не поймете, какой это сорт. Это может быть вообще абсолютно все что угодно, может быть даже попасться что-то интересное. Поэтому я так посмотрела на вот эти, довольно таки интересные, как мне показалось. Так хорошо добротно замотали. Вот меня вот интересует вот этот. У него очень темный такой, как венозный рисунок. Эти палочки уберу. Ну вот, интересный. Что вполне возможно может затемниться весь лист. Тут, конечно, сюрпризом. Сейчас на солнышко. Паутинный клещик, отлично. Я хочу сказать, что у меня на калладиумах паутинного клещика вообще не было, на моих ни разу. Я вот, они у меня стоят, на лаказиях есть, а калладиумы нет. Ну, пойдут они в изоляцию у меня, значит. Сюрпризом мне прислали, конечно. Так, это я потом открою. Да, ну ничего страшного. Из-за такого я не расстраиваюсь. Главное, что я увидела, что он там есть. Я его просто обработаю и уберу. Вот, неинтересный лист. Необычный. Так что мне кажется, что что-то интересное должно из него получиться. Так. То, видите, ну это уже уцененные сеянцы. Они хорошо подросли. Тут, конечно, они не должны были в таких стаканчиках все это время расти, поэтому они недостаточно разросшиеся. Так, надо хотя бы сейчас смыть листья хорошо водичкой, хотя бы для начала. Потому что клещик тут вовсю орудует. Так, четвертый. Так. Тут четвертый вроде темные зеленые листья, но вот я вижу что-то розовое, поэтому интересно, что в итоге получится. В общем, я думаю, таких у меня точно калладиумов нет. Цена хорошая на них была, поэтому я забрала. Решила для вас их все-таки полностью освободить, показать. Вот там уже внизу и корни хорошо, в принципе, видны. Ну, единственное, что клещик. Ну, ничего. Такие уже. Вот видите, сколько корней, да, надо срочно пересаживать. Очень интересно на них посмотреть, когда они будут взрослые, какие же все-таки это расцветки будут. Ну, мне кажется, что это что-то нестандартное, не то, что можно купить в клубнях обычных голландских. Тут, по-моему, даже уже видно, типа детки пошли, наверное, от клубни. Ну, в общем, вот так вот. Вот мои новинчики. Все.
Всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале. Пока!